Всем привет, меня зовут Дмитрий Колокольников, а.к.а. Би-бой Комар, команда ТОП-9, Крю, город Санкт-Петербург. И я являюсь членом комитета брейкинга FTSR. Если вы хотите следить за всеми новостями танцевального спорта, переходите по ссылке ниже. В 2017 году брейкинг признали спортивной дисциплиной. И речь у нас пойдет именно об этом, о брейкинге в спорте. Но прежде давайте разберем, что такое спорт. Спорт – это социально-культурная сфера деятельности человека. Присутствуют формы – соревновательная и подготовительная. А также существует спорт высших достижений. Это часть спорта, направленная на достижение спортсменами высоких спортивных результатов на официальных всероссийских спортивных соревнованиях, а также официальных международных спортивных соревнованиях. Официальные соревнования – это соревнования, проводимые Федерацией танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла России и WDSF в мире. Брейкинг является олимпийской дисциплиной танцевального спорта. Правила вида спорта «Танцевальный спорт» предполагают следующие возрастные категории. Это 7-10 лет, 11-13 лет, 14-15 лет, 16-18 лет, 19 лет и старше. Каждая категория делится на представителей мужского и женского пола. Соревнования проводятся между ними раздельно. В этом году на РОПСе у нас были совместные соревнования девочек и мальчиков, девушек и юношей. Но со следующего года это все будет проводиться раздельно. Также существуют командные соревнования. Здесь возраст начинается 11-15 лет, 16-18 лет и 19 лет и старше. В количестве двух и более участников, независимо от пола. Сами соревнования подразделяются на 4 уровня. Это всероссийские соревнования, окружные соревнования, региональные и муниципальные. Чемпионаты и кубки – это соревнования для возрастной категории от 19 лет и старше. Первенство – это все остальные возрастные категории. Сборная команда Российской Федерации формируется по итогам чемпионата, кубка и первенства России. Всю информацию про соревнования вы можете найти на официальном сайте ФЦАР в разделе «Брейкинг». Отдельно вам там встретятся всероссийские соревнования. Для возрастной категории 19 лет и старше эти соревнования являются отборочными этапами на Кубок России, а также первым шагом для того, чтобы попасть в сборную России. По брейкингу. По итогам проведения официальных соревнований поочередно присваиваются разряды спортсменам. Юношеские – третий, второй, первый разряд. Спортивные разряды, ранее называемые взрослыми – третий, второй, первый разряд. Затем КМС – это кандидат мастера спорта, МС – мастер спорта и МСМК – это мастер спорта международного класса. Для получения разряда необходимо занять определенное место на соревнованиях соответствующего уровня. Система присвоения спортивного разряда – это достаточно большая тема, поэтому мы вернемся к ней с вами в другом выпуске. Ну а пока хочу сказать, что спортивный разряд – это прежде всего труд человека и любовь к брейкингу.